Вот я вернулся только что из сада, и уже вот здесь, на кухне, в тишине, хочу запечатлеть вес вот этой крупной фиги, которая лежит слева, которую только что сорвал. Это брева. Сразу скажу, ни одного полива в саду в этом году не было, потому что у нас хватает осадков, дождей. И давайте вместе посмотрим. 187 грамм. Вот такой итог по бреве долматского. Видео короткое. Это единственная цель. Зафиксировать максимальный вес бревы долматского, который вырастает в городе Туапсе Краснодарского края в открытом грунте. Всем спасибо.